Здравствуйте, дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. Сегодня я рад представить вашему вниманию специальный тренажер для дзюдо и других видов борьбы. Это чучело или манекен. И давайте посмотрим поближе на это очень хорошее изделие и тренажер, который очень часто используется в залах для тренировок дзюдо для спортсменов различного возраста. Итак, перед вами манекен чучела для дзюдо, для отработки приемов. Имеется несколько вариантов исполнения по высоте и по весу. Эту информацию вы сможете увидеть в описании. И давайте поближе посмотрим, как выглядит этот манекен вблизи. Итак, мы видим, что он выполнен в светлом цвете. Это натуральная кожа, очень крепкая. А значит, и срок эксплуатации этого чучела очень долгий. Итак, посмотрим, как сшито это чучело. Вот мы видим швы. Очень крепко сшито все. Есть даже двойное крепление вот наверху. Посмотрим, теперь очень важно это крепление, где руки у чучела крепятся. Вот мы видим, здесь усиление идет в местах соединения рук чучела с самим туловищем. И давайте очень крепко, видите, здесь тройные швы, которые по всему радиусу прикрепления, вот они удерживают руку очень крепко, что увеличивает срок службы, еще раз скажу, этого тренажера для дзюдо. Итак, посмотрим теперь боковые швы. Вот мы видим боковые швы. Тоже очень крепко прошиты. Это конечная часть руки манекена, тоже здесь мы видим, сшито все очень хорошо, крепко. Вот такой замечательный тренажер, незаменимый в любом зале борьбы и дзюдо. Рекомендую.